А вот когда вы определились, с кем вы будете, да. Вот у меня вот такой вопрос, который мне не посоветовали задать, но который я вот задать не могу. Вы ведь по паспорту Михалков, а не Кончаловский. Да, ведь уже есть режиссер Кончаловский. И вот у вас не было мысли взять псевдоним или стать, не знаю, через дефис писаться Михалков-Кончаловский, чтобы говоря режиссер Кончаловский, все понимали, вы знаете, ну, вообще, кого имеют в виду. Вообще мои фильмы подписаны Михалков-Кончаловский. Угу. Вот. Это во-первых. Во-вторых, мне очень часто задавали раньше вопрос, мешает или помогает мне фамилия в кино. Да. Фамилия и мешает, и помогает, безусловно, и, может быть, даже больше мешает. Но когда я себе задаю вопрос, хотел бы я носить другую фамилию, я имею в виду не Михалков и не Кончаловский, а, я не знаю, какую-то иную, другую, я бы не хотел. То есть я готов мириться с теми неудобствами, которые мне, о боже мой, досталось вместо с фамилией Михалков или псевдонимом Кончаловский. А Кончаловским меня стали звать за отцом. Отец сознательно потихоньку сдрифтовал, то, что называется, с Михалкова на Кончаловский, чтобы можно было с меньшей проблемой свалить из Советского Союза и... Вот дед. Так вот, по этому региону. Да, ну, наш дед Сергей Владимирович Михалков был депутатом Верховного Совета СССР, автором гимна и так далее. И иметь сына иммигранта, уехавшего на Запад, наверное, для автора гимна было не очень хорошо. Поэтому на Западе отец стал подписываться просто Кончаловский. Угу. Вот. Меня стали звать за ним. Мне было, в общем, все равно, как меня называют. Меня стали звать Кончаловским. Слава Богу, нет проблем. Вот. Поэтому идеи взять псевдоним у меня никогда не было, я не хотел. Это и так псевдоним Кончаловский. Понятно. Вот. Да, мне не очень помогает. Я никогда не получу «Золотого орла», потому что мой дядя Никита Михалков. Я никогда не получу «Нитку», потому что мой дядя Никита Михалков. Но ничего, я переживу и без того, и без другого. Хорошо. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».